Поклонники заподозрили Ольгу Серябкину в переменах. Поводом для подобных разговоров послужили новые фотографии певицы. Сейчас Серябкина вместе с Катей Кищук отдыхают на Бали, откуда и поделились своими снимками. Красный купальник Оли, который достаточно относительно прикрывает формы бессменной солистки «Серебра», вызвал неоднозначную реакцию. Одни стали уверять, что она сделала пластику и увеличила грудь, другие пожурили любимицу за такую откровенность.